Всем здравствуйте! Сегодня мы будем делать верхушку-звездочку для новогодней елки. Для этого нам понадобится глиттерный фоамиран. Весь материал можно приобрести в онлайн-магазине «Мир рукоделия», ссылка под видео. Шаблон звезды мы распечатываем, беря из интернета. Там очень много таких шаблонов. Но если у вас нет такой возможности, то вот я вам показываю. Останавливаете видео в любой момент на том расстоянии, какого размера вам нужна звезда. Ставите на стоп и прикладываете листочек к экрану и обводите. Обязательно нужно обвести по всем линиям. Все, сделали. Берем звезду того размера, который вы хотите делать на большую елку, на маленькую. Так как елочка у нас маленькая, будем делать звездочку на маленькую елочку. Делать мы будем из глиттерного фоамирана. Весь материал можно приобрести в магазине «Мир рукоделия», ссылка под видео. Итак, берем, прикладываем звезду к фоамирану, берем зубочистку, ставим обязательно середину, прям прокалываем, и прокалываем точечки, все вот нам, которые нужны будут. Так нам будет удобнее. Вот по всем линиям. Так, прокололи. Теперь можно то же самое делать, обводить звезду зубочисткой, но я делаю для вас, чтобы было видно, я сделаю карандашом. Итак, мы обводим. Теперь нам нужно соединить точки. Вот смотрите, верхушку, середину и здесь, по всем линиям. Соединили. Теперь делаем точно такую вторую звезду ряд. Звездочки готовы. Теперь нужно их вырезать. Итак, две звездочки у нас готовы. Теперь делаем ножку. Сначала рисую ножку на бумажном листке. Сворачиваете. Вот мы вырезали такую примерно. Свернули ее, так как она у нас будет потом свернута. Так как вы делаете для своей елочки, свернете и посмотрите, надевается ли она на елочку. Потому что елочки разные. Если она к елочке подходит, тогда этот шаблон вам подходит. Все, это предварительно сделали. И вырезаем его из фоамирана. Ну, вот у нас ножка готова. Смотрите, чтобы ее свернуть, мы сворачиваем вот примерно вот на таком расстоянии. И затем заворачиваем сюда, чтобы шовчик, вот этот шов, был посередине. Вот, посередине. Потом мы его задекорируем, и будет красиво. Все. Дальше мы будем склеивать эту ножку. Потом мы его склеим. А сейчас мы приведем в порядок наши звездочки. Смотрите, для этого нам понадобится утюжок. Сворачивать будем вот так. Свернули. И прикладываем одну часть к утюжку. Нагрелась, и вот по линиям мы должны свернуть. Прижимаем вот до середины одну часть. Дальше следующую. Точно так же следующую. Следующий лучик звезды. Прижали. И так по очереди прижимаем все. Фоамиран, когда нагревается, он легко ему придать форму. Потом он застынет и будет такой же формы. Мы делаем золотую, можно сделать красную или вообще любого цвета звездочку. Смотря какая у вас елочка и как она украшена, чтобы верхушка тоже подходила по цвету. Все. Теперь мы должны согнуть вот здесь, прижали, и здесь вот пальчиками хорошо зажать
нижнюю вот эту часть, внутреннюю. Просто пальцами можно согнуть. Дальше складываем опять лучики и пальчиками загибаем, просто перетираем нижнюю часть. Она тоже будет держать форму. Опять лучики согнули, здесь прижали и там внизу тоже хорошо прижали. Вот можно еще раз перетереть. Прям пальчиками перетрете. Так хорошенечко зажали, чтобы форма держалась. От теплых пальцев тоже будет держаться. Все, вот у нас звездочка готова. Точно так же делаем вторую. Итак, две половинки звездочки готовы. Теперь смотрите, когда мы будем вставлять сюда ножку, вот, здесь нужно вот такое отверстие будет вырезать, чтобы она прикрепилась хорошо. Вот примерно вот такого же размера. Ну, в общем, мы примерили и вырезаем с одной стороны и на другой половинке также. Вот у нас здесь будет такое отверстие, куда мы будем вставлять нашу ножку. Теперь приклеиваем, склеиваем. Вот мы сложили, посмотрели, чтобы шов был посерединке. Наносим клей. Складываем. И прижимаем хорошо. Так, теперь смотрите, вырезанные части к вырезанным частям прикладываются. Вот они внизу. Там мы будем вставлять. И вначале мы приклеиваем верхушку. Вот обозначили, где у нас верхушка. Наносим клей на самый краешек. И вместе складываем. Так, один лучик готов. Теперь мы аккуратненько раздвигаем и приклеиваем второй луч. Все это надо делать очень аккуратно, по возможности. Так, и склеиваем второй лучик. Не склеиваем пока только последний луч, нижний. Склеили. Теперь наносим клей сюда, серединку побольше, и вставляем ножку. Вставили ножку и затем уже все склеиваем. Вот звездочка у нас готова, но теперь мы ее задекорируем. Можно и так оставить при желании. Но смотрите, вот у нас, у меня для декорирования есть вот такая золотая лента зигзаг и вот такая тесьма. Весь этот материал можете приобрести в магазине «Мир рукоделия». Ссылка под видео есть. Вот. Или имеющимися у вас материалами задекорируйте. Смотрите, вот так я заделаю сейчас, приклею, чтобы этот шовчик не был виден. Можно его украсить бусинками или любой другой тесьмой, какая у вас есть. Можете так оставить. Все, приклеили. Так, готово.
Ну, что я еще сделаю? Приклею такую же внизу. Уже как бы законченность будет придавать изделию эта тесемочка. Такая красивая золотая тесьма. Так. Все, у нас нижняя часть готова. Ну, для того, чтобы задекорировать вверху, можно было использовать ту же ленточку, в принципе. Можно было сделать ее вот так, склеить. Но я хочу сделать вот такую часть. Поэтому пробуем. Наносим на шов, на место соединения наносим клей и приклеиваем вот эти бусинки. Опять наносим на место соединения клей. И приклеиваем сюда бусинки. Верхушка у нас готова. Таким же образом мы можем сделать верхушку на большую елку. Для этого используется большой шаблон и делается точно так же большая звезда. Мы сделали большую звездочку. В принципе, ее можно так и оставить, если аккуратно приклеить. Ну, чтобы задекорировать края, еще больше их скрепить, я буду использовать эту же тесьму. Вот наши верхушки, звездочки готовы. Осталось только повесить их на нашу красивую новогоднюю елку. Если видео было вам полезным, то ставьте лайки. Желаю всем прекрасного новогоднего настроения на весь год. До новых встреч, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. Пока!